Всем привет, 16 июля. Смотрим, что у нас с любимым Форексом. И как мы видим, да, действительно, индекс доллара дал сильную коррекцию, нашел некое дно. Здесь по индикатору мы видим, что ниже он идти не хочет, хотя пытается его ниже просадить. Ну, в коррекционной фазе мы находимся. Непонятно, что здесь, но, судя по всему, дно там мы нашли. Соответственно, к этому движению можно ожидать коррекции. Если индекс доллара будет расти, что это значит? Что валюты по отношению к нему будут ослабляться. Соответственно, общий тренд, ну, грубо говоря, на шорт. По S&P пока не лезу. Непонятная ситуация. Как мы видим, тут некий уровень, и от него как бы все продают. Отнимут ли у них деньги, либо нереально вниз пойдем, я не знаю, по индикатору. Но он говорит, что как бы вниз предпочтительнее, но сигнал довольно слабый, я сюда не лезу. Стал шорт по евро, по индикатору. Вот мы видим, что полочку он себе нашел. Тренд есть. Прям тут по хаям тут позалетал по 1.17. Жду стоп за вершинку. Ну, соответственно, как индикатор пойдет вниз, там закроюсь. Ну, либо по стопу выбьют. Без разницы. По фунту та же самая картина. По 32.50 примерно я в шорте. Ну, как видим, так и хочет стоп сбить. Я на всякий случай повыше поставил, он 32.80. Пусть будет, потому что фунт он довольно дикий такой. Он любит выбивать стопы и потом идти куда нужно. Поэтому на всякий случай чуть выше поставил. Он тоже в шорте. Паение. Ну, там есть разные вариации по волнам. Вообще непонятно, что будет. Я сюда не резу. Как видим, франк дал хороший откат. Но опять же, тут покупать рано. Тоже не лезу. По канадцу в купле. То есть купил по индикатору. Все четко. Вот примерно вот в этой зоне я залез. Ну, как видим, пошел вверх. Хотя здесь коррекционная фаза, но судя по всему, судя по индексу доллара, эта штука вверх пойдет. Ну, австралиец растет. Сюда не лезу. Потому что уже по евро и по фунту уже есть шорты. Я не думаю, что нужно еще добавляться. Слишком много в одну корзину, слишком много в одну сторону. Новозеландец, как и австралиец, ну, в принципе, все идентично всегда. По рублю какую-то коррекцию дали такую. В итоге какое-то странное коррекционное движение, но в целом смотрим на 67. В лиру так и не лезу. Видите, какая консолидация. Может как вверх, так и вниз стрельнуть. И индикатор показывает, что вниз. Кто-то все это дело откупает. Поэтому это говорит, скорее всего, о том, что вверх будет. Но я не лезу. Потому что могут... Тут стоп некуда поставить. Могут сбить, а потом вверх пойти. Не хочу сюда лезть. Вот мексиканец был бы шикарный шорт, как я и говорил. Жаль, что я не успел. Была ночь. Полили его. Сейчас будут вот эти стопы сбивать. И, возможно, там надо будет лонг вставать. Но пока сигналов нет. По золоту дали все-таки чуть больше откат. Но, судя по всему, поскольку евро вниз, здесь бы надо было шортить. Что-то я пока сомневаюсь. Золото тоже дикий инструмент. Любит резко ходить. Не везет мне просто на него, не люблю торговать. Вот лучше нефть покупать. Судя по всему, она выше пойдет. Выбивать хаи. То есть вот эта нефть идет на 80 с лишним. Вот эта нефть на 77-78. Купил вот эту нефть здесь на откате. То, что я тут продавал по 71, откупил по 70-40. И жду роста. Купил чисто без индикатора. Ну, просто потому, что без позиции не остаться. Ну, судя по всему, сейчас он еще сигнал даст, развернется, еще докуплюсь. В общем, такой вот раскладик. В целом, что можно ожидать? Что будет коррекция к этому движению, еще более сильное движение вниз по индексу бакса. Так что вот эти все шорты, это просто, чтобы словить коррекцию. А по факту движение еще выше пойдет, какой-нибудь 17.50, 17.40. И вот оттуда основной шорт надо будет открывать. А пока что предпочтительно все-таки в лонгах сидеть. И то, что я сейчас шорт полез, ну чисто по технике, по индикатору торгую. По факту уже тут шортить рано. Еще выше дадут цены. Но это так по логике. Так что такой расклад.
Удачи вам в торговле и до завтра.